Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця жінка є прикладом для багатьох. Кожного дня вона долає безліч перепон. Але своєю міцністю та силою духу вона показує усім, як треба жити і як треба жити далі і не зупинятися. Сьогодні вона у нашій студії. Це Наталія Злигостєва. І пані Наталія, голова громадської організації «Різні та рівні». Дуже рада бачити вас у нашій студії. Дякую, що прийшли, що здолали теж декілька перепон, щоб потрапити до нашої студії, бо не так просто. В багатьох будинках відсутні ті засоби, які допомагають людям з обмеженими можливостями потрапити, куди їм захочеться. Так? Ну, тобто, ось таке у нас зараз життя, і кожного дня вам доводиться все ж робити усе для того, щоб потрапляти, куди ви захочете. Що вас мотивує? Ну, по-перше, вибачте мені, будь ласка, але мені буде легше розмовляти російською мовою, так буде швидше і легше. А що мене мотивує? Ну, во-первых, хочеться жити, і жити хочеться максимально повноцінно. Да? Може бути, мене мотивує в якоїсь степені протест проти того, що іноді повноцінно нам мішають жити не якісь там об'єктивні, як сказати, необхідні, да, бар'єри, які не можна обійти, а бар'єри, які, в принципі, можна обійти, з якими можна справлятися, і в нормальних странах ці проблеми вирішуються, да, а і от протест проти от цієї от, ну, безсмисленності якоїсь, от, ну, мене теж дуже мотивує. Тому що на самом деле, якщо учитывать норми, мне больше нравится универсальный дизайн, чем державно-будовельные нормы, да, потому что универсальный дизайн, он не выделяет отдельно людей с инвалидностью в какую-то категорию, он ставит для себя целью быть удобными для всех, и для пожилых людей, и для маленьких детей, и для людей там низкого роста, для людей высокого роста, для людей, которые, не знаю, подвернули ногу и, или там сломали и временно ходят, да, на, допустим, там, в гипсе. То есть абсолютно для всех, для людей там, с тяжелым чемоданом. То есть это просто удобная среда. И вот мне эта идея, эта концепция, эта философия, она очень близка, потому что тогда она исключает, ну, вот какую-то отщепление, да, определенного ну, категорії людей. Ну, коли ти людей. Можеш усе. Ну, насправді, для чого ті перешкоди долати, які, ну, взагалі можна, не можна було б не долати? Да. Так, насправді. Да. Зачем напрягатися там, де можна не напрягатися? Вот. Ну, і якщо говорити про мотивацію, то здесь, да, здесь у мене є много, можна даже сказати, злості і много какой-то такой активності і возмущення і протеста, да, проти неудобних елементов нашей жизни. Ну, і, в принципі, дуже хочеться активної, повноцінної жизни, і чому б і ні. З приводу активності, то тут вам можна позазрити, бо ви дуже активна людина, і так, щоб вас запросити навіть на ефір, то доводиться вираховувати дні, коли ви можете. Дуже багато справ. Чим ви займаєтесь повсякденно? Я практикующий психолог, у меня частная практика, у меня клиенты. Но клиенты у меня не каждый день, я люблю разнообразно работать, поэтому иногда я работаю в проектах приглашенным специалистом, иногда я волонтерю. И я с 15 года волонтер психологической кризисной службы Днепра, которая занимается военными, ветеранами, членами семей, переселенцами. Я занимаюсь своими тренировками, которые я очень люблю, которые тоже, кстати, меня очень мотивируют. Да много чем. Люблю ездить, люблю города какие-то разные. Це просто неймовірно, тому що насправді людина, яка присвятила своє життя не, ну, не такій активності, а там якийсь час вдома, потім на роботу, потім повертаючись додому знову, та ж сама історія. Ну, тобто це ті люди, які, можливо, трохи обмежені, вони, може, і задоволені життям, але вони більшого не мають, більшого не прагнуть. От що. Ну, кожному своє, кожному може бути, не у всіх є потребності в такій великій активності, тому що, да, режим і робота дом, я довго не Так, але ж, ну, як кажуть, зазвичай, то він у нас стандартний. Приблизно такий однаковий і у багатьох людей, але ж хочеться, щоб він був насиченіший, щоб життя приносило задоволення, мати успіх, мати ті справи, які ти можеш почати і успішно завершити. І тоді, насправді, ти будеш повноцінною людиною. Ну, я думаю, що ще важливо мати, помимо там успіха або якихось досягнень, достигаторств, да, мати якісь зони для
для себя, которые удовольствие приносят именно самому себе и там, может быть, полезные, приятные, хорошо, если одновременно сочетаются, да. Ну, для вас это спорт? Это, наверное, громко спорт. Мне бы хотелось это назвать физической активностью, потому что, ну, спорт это, не знаю, это какие-то разряды, это какие-то там соревнования, да. Со спортом я была связана только 2 года, это была стрельба из лука, сейчас, к сожалению, я не занимаюсь. А вот физическая активность, да, это то, что я говорю, это та ниша, которую я нашла, к сожалению, поздно. То есть сейчас я хотела бы, чтобы это случилось раньше. И это то, что только для меня, и то, что, ну, мне полезно и приятно. Я бачила, як ви займаєтесь. Я бачила, скільки ви піднімаєте кілограмів. Там не так і много, там 25-30. 25-30, я вам скажу, достатньо. І ще з такою завзяттю, як ви це робите, ви піднімаєте штангу, ви стоїте, ви її тримаєте. Ну, тобто таке от зусилля робите над собою. Для чого саме такі заняття вам потрібні? Слушайте, заняття у мене на самом деле не тільки зал, але зараз я об'ясню. Раньше, ну вот как имею проблемы со здоровьем, с опорно-двигательным аппаратом, много лет я ничем не занималась, потому что я считала, а зачем здоровье, все равно не стану. Меня это не вылечит, да, что я буду напрягаться, к чему это все. А уже здесь в Днепре, я вообще сама из Крыма, да, уже здесь в Днепре я принимала участие в организации соревнований Игры Героев в 2016 году. Это соревнования для ребят с ампутациями, для ребят с инвалидностью, которые вернулись с войны. И там я как-то вот немножечко переосмыслила свои заблуждения. Я уже тогда с завистью смотрела некоторые, как они тренируются, как они соревнуются, но все равно еще считала, что это не для меня. Вот. И вот благодаря 2 людям, это Дмитрий Новгородский, вот как раз участник Игр Героев, сейчас он мой тренер, адаптивный атлет, и Иван Казаев, мой реабилитолог. Вот благодаря этим 2 людям я поняла, что даже можно не вылечиться, можно улучшить качество своей жизни, и это невыразимо приятно, да, то есть это очень удобно, комфортно, когда у тебя становится больше возможностей, больше движений, да, то есть раньше я так с пола 30 килограмм, конечно, в жизни бы не подняла, да, мне трудно было в принципе наклониться, что-то поднять, сейчас для меня это не предоставляет проблемы, да, или раньше вот те же ступеньки, на которые мы сегодня заходили с вами, я бы так не зашла, вот еще 2-3 года назад, если бы не было там стационарных ровных перил, если бы, ну, то есть держась за кого-то вот так под руку, я бы не поднялась. Вот. И вот эти вот динамика, я вот сейчас очень сожалею об упущенных годах, потому что... Треба про це думати, треба йти вперед, думати про те, що ви ще зможете. Да. Це ж виявляєте, скільки ви ще зможете зробити всього. І плюс уже сейчас я понимаю, как психолог, насколько это полезно и психологически, потому что ощущение собственного тела, ощущение лучшего контроля над собственным телом, да, какой-то лучшего функционирования, оно очень положительно сказывается и на психологической целостности. Ну, потому что наша личность, да, состоит из таких компонентов, аспектів, да, які, да, потрібно підтримувати, які потрібно розвивати. І вони взаємозв'язані. Звичайно. То есть, допустим, наша когнітивна частина, інтелектуальна, емоційна частина і тілесна частина, це я зараз говорю дуже упрощено, да, вони, ну, совершенно нерозривно зв'язані між собою. І працюючи з одним, ми не можемо ігнорувати інше, іначе ми, ну, не достигнемо ніяких результатів. Мета якась є у вас? Це я говорю зараз про те фізичне навантаження. Якісь щось іще? Чи так буде достатньо? Можливо, сьогодні штанга, завтра там може бути. Ні, я ще займаюся йогою, адаптивною, звісно. Да? Ну, вот это я недавно зайшла в эту історію. Очень интересно, другого плана нагрузка, другого плана работа с телом, да, то есть там нагрузка, растяжка. Ну, чуть-чуть иначе, я таким раньше не занималась. Нет, я думаю, что вот прям цели у меня нет. Во-первых, есть процесс. Процесс доставляет удовольствие, да, и процесс приносит какие-то результаты физические. То есть, когда даже я могу пройти на одну ступеньку больше, чем могла, мне уже от этого хорошо, да. Я скажу свои впечатления, когда я вас сейчас побачила, вы набагато краще выглядаете, ніж раніше. Ну, це чесно. Я не знаю, не можна сказати компліментом, правда. Спасибо. Какая еще история? Это сейчас я возвращаюсь опять к своему коньку, да, к психологии. А физическая нагрузка, помимо там вот ощущения контроля тела, да, это определенный такой
компот из ингредиентов нейромедиаторов. То есть, как правило, это эндорфины, это дофамины, да, это то, что приподнимает настроение. То есть даже если человек в депрессии, ну, не там не в глубокой клинической, конечно, да, эти там отжимы, но если вот есть какие-то депрессивные состояния, то физические нагрузки разные, какие человеку близки, какие человеку нравятся, да, это может быть бег, это может быть зал, это может быть йога, вот кому что ближе. Так вот, физические нагрузки могут, в принципе, некоторым родом балансировать даже вот какие-то там депрессивно-тревожные состояния или какие-то допоможуть впоратись. Да. З приводу тієї громадської суспільної діяльності, якою ви займаєтесь, ви завжди непохитно йшли вперед. Я скільки пам'ятаю, то ви боролись за те, щоб були місця, ну щоб тролейбуси, щоб транспорт пустили, от той, який повинен таких ходити належним чином, і він повинен бути облаштованим. То ви говорили про ті тротуари, які зараз у нас є. Ну, насправді це проблема для нас, для всіх, і усі хочуть, щоб у нас і рівні були дороги, і щоб все було добре. Але не стається таких змін рішучих, які ось відбуваються в інших країнах. Ми бачимо це все, ми кожного дня дивимося, слідкуємо і розуміємо, що чомусь у нас не так. Що вдалося вам зробити? Чи ви вже цим перестали? У мене опустились руки в этом смысле. Вот именно в смысле взаимодействия с властью, с государством, да, у меня были какие-то, ну, может быть, не иллюзии, а порывы и попытки, да, сейчас у меня руки опустились, я понимаю, что эта система, и, да, ее нужно, лупает всю скелю, я понимаю, но пока у меня нет сил, да. Пустили троллейбусы, мы бачимо. Троллейбусы, это не моя заслуга, точно, я это освещала, я про это говорила, но это не было прям прицельным таким. Их мало, но я вам скажу так, что людина, яка обмежена, вона ж так довго не може стояти на зупинці, не може стояти під сонцем. Слушайте, там, взагалі. Полбеды. Ну, стоять не проблема, а зайти проблема. Я, например, общественным транспортом не езжу вообще. А мои друзья, которые на колясках, да, ну вот у меня близкая подруга, она живет, господи, скажите мне, на Нижнеднепровский район, да, у нее есть... София, так? София, да, у нее есть один автобус, которым она может добраться до Мост-Сити, все. А далі пішки? Сама. Куда бы тебе не было нужно, да? Ну, тебе туда вообще взагалі не надо. Вот. И вот это проблема, и это обидно, потому что та же София, она тоже очень активная, и ей очень много куда надо было бы, если бы она могла, да? Вот. София, кстати, тоже с нами в зале тренируется. А скажите, чему не вирішуються эти питания, навіть близко не вирішуються? Ну, смотрите, нельзя сказать, что прям вообще нет. Вот недавно, например, у меня был диалог, правда, я там еще не была. А у нас есть юрист-адвокат Дмитрий Жаров. Жарый, он тоже на коляске передвигается, он живет на Победе. Наверное, на шестой, я там глубоко на Победе. И он недавно буквально выложил пост в Фейсбуке о том, что вау-вау-вау, после карантина он вышел на улицу, да, и там все круто. Вот в их районе все круто, они делали реконструкцию. Вот мы с ним договорились как-то погулять и попить кофе в том районе, да, тоже интересно посмотреть. То есть какая-то реконструкция... Ну, частково здесь что-то изменится. Да, он сказал, что там достаточно большой участок, да, то есть он там погулял в приличную территорию, которая с пониженными бордюрами, с нормальными переходами. Ну, вот он абсолютно доволен. Это уже шаг, это уже хорошо, да, допустим. Там Лея видела после той же реконструкции Короленко, там есть участок, на котором были ступеньки, сейчас его убрали, он абсолютно ровненький, ну, такой покатенький, хороший. То есть, ну, маленькие шажки, наверное, они есть. Нельзя говорить, что вообще нет. Да? Потом тоже мы с Софией видели там новый вот такой вот классный автобус, который еще вниз опускается. Вот ее пустили на маршруте первой. Она его еще, правда, не тестировала. Я ніколи не бачила. До речі, теж часто доводиться пересуватися ось транспортом. І я ніколи не бачила, щоб там чи хтось з візком був, чи щоб взагалі люди намагалися зайти, от яких є проблеми. Можливо, вони, звичайно ж, їздять і пересуваються, але їх настільки мало. Ну, розумієте, їх немало, вони не їздять. Є, я маю на увазі, що мало в транспорті. Ну, звісно, мало в транспорті, тому що, во-первых, до транспорту треба добратися. Во-вторых, транспорт, когда вот та же София понимает, что у нее автобус ходит два раза в день или сколько там, три раза в день, да, а ей нужно не в этот промежуток, да, то ей нужно идти на
на транспортное средство, которое со ступенями, ловить кого-то, просить прохожего туда погрузить, потом ловить кого-то, просить прохожего ее туда выгрузить. Естественно, это проблематично, да. Есть люди, которые, ну вот я, например, с машиной, я даже не пытаюсь ездить транспортом, да. Есть также, ну, у меня ряд знакомых на колясках, они тоже с машинами, и, ну, потому что это гиблое дело, это, ну, с моей активностью я не смогу здесь быть просто. Ну, от є насправді питання, і ці питання вже давно виносилися, і багато років про них говорять, повторюють нібито, частково щось вирішується, але не настільки глобально, як це потрібно, для того, щоб люди могли нормально, спокійно жити. То як ви тоді думаєте, вже треба і справді опустити руки, чи треба щось робити? Ні, робити, звісно, потрібно. Те, що я говорю про опущені руки, це чисто моя історія, да? Тому що в определенний момент от каких-то трудностей стало слишком много, потому что это, ну, еще и переселение, еще и война, еще и вот эти вот все истории, да, и я просто поняла, что я выгораю. Ну, не поняла, я выгорела, да, поэтому вот где-то на том месте руки опустились. Конечно, нужно лопатой всю скелю, конечно, рано или поздно мы до этого, ну, до чего-то доберемся, да. Я действительно не понимаю, вот что у меня вызывает злость и досаду, я не понимаю, почему это так трудно реализовывать, потому что соблюдать нормы ДБН – это не дороже, чем строить вот, что попало. Это просто по-другому, это просто с головой. Потому что расход, ну, поставишь бордюр вот так или поставишь бордюр вот так, он не увеличивается. Да, это недорого, это как для меня, ну, как халатность, безразличие. Это норми, вот так. Може, це все повинно бути прописано в норми? Есть. Є, норми є, але чомусь, може, ті люди не зіштовхувалися, вони не думають про те, що було би зручно для усіх. Ну, я не понимаю, почему нужно про это думать, если есть юридически установленные нормы. Я не должен про это думать, я их должен выполнять. Ну, это как закон, да? Так. И почему нет контролирующих, но даже не контролирующих? Вот в основном у нас там все комитеты доступности, да, или какие-то такие организации, они имеют рекомендательный характер. И никто не имеет штрафной. То есть, допустим, да, если там, я же так понимаю, что нанимается определенная организация, чтобы, допустим, там, она берет тендер, да, и там, перекладывает асфальт на определенном участке улицы, да. Если они переложили не в соответствии нормам ДБН, то должен быть, наверное, какой-то штраф, я так подозреваю, да, или это не принимается в эксплуатацию, пока не исправляют. Ну, пока не сделается. Вот, так. Почему вот этот механизм не работает, мне непонятно. И так, точно так же в новых зданиях, в новых строениях. Ну, старых понятно, какие-то невозможно реконструировать, да. Оборудовать их, допустим, там, подъемниками невозможно. Но банально удобными перилами возможно. И это, ну, это не деньги. Это, ну, это копейки, да. Мне непонятно, почему это не делается. Пані Наталія, ну, насправді, я думаю, що врешті-решт, якщо вже частково починаються ці питання якось вирішуватись, то, можливо, буде більшим об'єм. Для того, щоб люди ж могли все ж, ну, як же так? Як ми хочемо йти і ставати ближчими світу, як то кажуть, так? І нас повинні розуміти хоча б люди з інших країн, бо це жах, якщо ми не дбаємо ні про кого, ні про старих, ні про малих, ні про людей з обмеженою можливістю. Так, то що тоді? Хто ми тоді? Ну, насправді. Мами з маленькими дітьми і з колясками. Так. Ну, це ж та ж історія. В принципі, да, і по удобству, і по полезності для здоров'я, коли тут коляска, да, тут дитина. І ти на бордюри її от це все заталкиваєш. Пані Наталія, ну, от наостанок просто хочеться почути від вас ті рекомендації корисні, які допоможуть. Які допоможуть зібрати себе, бо вам доводиться це робити частіше, ніж усім іншим людям. Зібрати, зорієнтуватися, йти вперед, там, покладатися на себе. Ну, я думаю, що ви ж лише на себе покладаєтесь. Ну, по большому счету, да. Но я не понимаю, можуть ли здесь бути якісь універсальні рекомендації. Да? У нас у всіх різні цінності, у нас у всіх різні потреби. Ну, по крайней мере, разные их сочетания, да, и разные, как сказать, возможности в плане, не знаю, кому сколько нужно, да, для полного счастья. Поэтому нет, наверное, я таких рекомендаций не смогу дать, к сожалению. Ну, все ж, дивитись треба на себе, дивитися, що вам потрібно на сьогоднішній день. Прислушуватися до себе. Не опускати руки і просто йти вперед. Ось це такі рекомендації для усіх підійдуть, як ви думаєте? Ну, да, може бути, я би ще додавала, как сказать, уменьшать количество барьеров, которые у нас бывают в голове, когда мы говорим, это не для меня, я это не смогу, ой, да, мне хочется, но, и очень много но перечисляем. Да, иногда, если хочется, то вот эти все но, они преодолеваются.
Когда ты получаешь такой опыт один раз, два раза, три раза, то потом этих но становится гораздо меньше. Ти бачиш, дорогу, яка йде попереду, і ти знаєш, що здолати її може лише той, який піде по цій дорозі. Так, дорогою осилять ідущий. Так, пані Наталя, так. Хочеться на цьому і завершити. Дякую дуже вам, що прийшли, знайшли час в своєму такому щільному графіку. І хочеться побажати вам здоров'я, хочеться побажати вам сили, сили волі, щоб все ж, все, що долали, то все це з радістю відбувалося у вашому житті. Ну і чекаємо з результатами. Ще, і з результатами чекаємо. Спасибо. Ще у нашій студії. Сподіваємося, що наступного разу ви ще будете краще виглядати. Мені дуже подобається. Спасибо. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.